Здравствуйте, можно пройти? У нас строительный объект со строго пропуском. А я вот с ним. Это со мной и у него полный. Хорошо, входите. Спасибо. Здравствуйте, Михаил. Еще раз добрый день. А это мне? Да, мы же с вами на стройке. Прошу одеть. Спасибо. Теперь в безопасность. Пойдемте. Куда мы идем? Идем смотреть лифты. Мы же будем даже смотреть, верно? Нет, мы с вами даже покатаемся. Может, вы сами? Давайте, давайте. Не переживайте, это безопасные лифты. У нас лифты Otis одни из лидеров. Ну ладно, а если мы... Застрянем. А если мы застрянем, заеду к диспетчеру. Я слушаю. Спасибо. Мы просто проверили работоспособность. Все работает, не переживайте. Скажите, а диспетчер работает круглосуточно? Конечно. Итак, мы находимся в машинном отделении лифтов. Здесь лифтов не видно. На самом деле мы находимся над лифтами. У нас три лифта. Вот первый, второй. Это пассажирские лифты. И здесь оборудование, которое работает на грузовых лифтах. Скажите, а в случае, если трос порвется, я упаду вниз или я останусь живым? Ну, во-первых, в современном оборудовании это не тросы, а специальные резиновые ремни. Здесь их достаточное количество, то есть если один рвется, другие работают, это первое. Второе, есть специальная система уловителей, то есть лифт не упадет, он, безусловно, сразу ловится специальным механическим устройством. Плюс полная система автоматизации, это видно из этих шкафов, здесь все сигналы подаются, включается автоматика. Ну, это как раз система управления лифтами. Вы, когда приходите на этаж, нажимаете на одну кнопку, и к вам приходит именно тот лифт, который ближе к вам. То есть к вам не приходят сразу три лифта, это именно автоматизация и в том числе безопасность. Здесь сложное оборудование, мы специально для вас открыли, но, естественно, сейчас закроем.